Сегодня неформально, но традиционно отмечается Всемирный день футбола. Так международное сообщество отдает дань этому виду спорта, который для многих миллионов не просто игра, а стиль жизни. Первые упоминания о футболе как об игре в мяч ногами историки нашли в китайских источниках, датируемых 2000-летием до нашей эры. Некоторые утверждают, что предшественником футбола была дикая игра саксонцев, которые жили в Англии в 8 веке. Сетка на футбольных воротах впервые была использована в марте 1891 года во время матча между сборными севера и юга Англии. Футбол играли в Древней Греции и в Риме около 2500 лет назад. В Греции эта игра называлась «Битва за мяч», из чего можно предположить, что играли в нее, соответственно, применяя всевозможные приемы боевых искусств. Сейчас футбол играют по определенным правилам, а боевые приемы запрещены. В Чувашии также любят футбол. У нас строятся футбольные поля. Команда «Сдюшор Чувашия» успешно выступает в первенстве России. Готовится в стране к предстоящему в 2018 году чемпионату мира по футболу. Чуваши также надеются не остаться в стране от Мундиаля. К нам уже приезжала делегация из представителей РФС и оргкомитета ЧМ-2018. Их интересовали условия размещения в Чебоксарах команды участницы будущего мирового первенства. Итогом визита стало включение республиканского центра в так называемый пул претендентов. Осмотрев 4 стадиона, делегация остановила свой выбор на арене «Олимпийский». Также была взята на заметку одна из 4-звездочных гостиниц в Чебоксарах.